Всем привет! Сегодня буду украшать торт в бело-голубых тонах. Сначала буду делать хризантемы. Взяла насадку 81, маленькая хризантемка, окрасила Americolor Electric Blue номер 160. Вот такой. Взяла буквально 2 капельки. И для основы срезала пакетик. Хризантемки буду делать небольшие. Значит, сначала делаем бутончик. Вот так вот друг на друга я накладываю, давлю и вверх веду. Давлю и вверх веду. Делаю один рядочек. Немножко укрепим. Еще рядочек делаем, уже посильнее открываем. Достаточно. Немножко укреплю. Теперь буду делать анемон. Листик буду делать. Насадка 123. Это изогнутая роза. Окрашивала красителями Americolor номер 160 и 130. Голубой и пурпурный написано. Ну вот он такой фиолетовый. Для основы просто пакетик срезала. Черное окрасила угольным черным кредо номер 51. Окрасила пакетик. Лучше всего красить пакетик. Потом для серединки я окрасила двумя красителями Americolor 160 и 130. И добавила в шеф-мастер цвет такой темно-синий. И вот желтый топ-продукт смешала с черным кредо. Такой горчичный цвет. Я сейчас покажу. Я вот нашла в интернете цветочек, и вот там вот такой вот один рядок желтый или какие-то тычинки такие, но они не желтые, они. Ну, сделаю вот таким вот. Основу я делаю высокую, такую небольшую, но высокую. Вот так вот. Сначала беру вот, срезала пакетик. Совсем тоненькие-тоненькие мне нужны такие тычиночки. Серединку делаем. Вот так вот. Я сделаю сначала один ряд черных тычинок, которые будут вверх располагаться. Потому что там черные в два ряда. Вот так вот. Теперь я буду лепесточки делать сначала. И давим немножко таким дрожащим движением, чтобы они немножко были волнистые. Один лепесточек сверху ставлю, еще один, в
нижний ряд я загоняю между лепесточками. Вот видно вот так вот, чтобы они вот такие вот. Раз, один оторвала. Теперь между двумя вот ставлю насадку, то есть завожу ее между лепесточками. Вот так вот. Давлю и кручу. Раз, убрала. Опять между лепесточками завожу. Так. Убрала. И еще. Еще один. Ну, то есть вот получается вот так вот. И еще один ряд. Такие в сторону отводящие. Вот такой получается цветочек. Я взяла насадку 104, маленькая роза, и буду делать маленькие розочки. Я вот так вот делаю себе основу. Мне нужны бутончики, и вот так вот ее закрываю. Вот так. Просто беру вот посерединке вверх веду. Торт я выровняла, и теперь буду устанавливать цветы. Я взяла крем, окрасила зеленым красителем зеленый мох, наш кондитер. Одела насадку номер 3, трубочка маленькая. Также взяла крем от анемона в серединке и от хризантем. Здесь срезанный пакетик, а здесь насадка номер 2. Буду добавлять веточки. Так вот, выдавливаю. И оттянула капельку такую, еще выдавила. Вот так получается, такие вот веточки. Теперь я на зеленый крем одела насадку 101, маленькая роза, и буду делать не листики. Беру насадку, листик, галочка, и еще листочки добавлять. Вот такой вот в итоге торт получился, такой яркий. Вот эту вот зелень, которую я делала насадкой маленькая роза, ее нужно делать в самую первую очередь на торт. То есть сначала сделали зелень, а потом только устанавливаете цветочки, потому что очень неудобно. Еще как бы с одной стороны ничего, а с другой стороны цветы мешают, боишься их смазать.
Так что учитывайте это, если будете делать. Ну, буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за просмотры. И всем пока!